Обсуждению и решению проблем северо-запада России, Поволжья и Урала, развитию промышленности, сохранению водных ресурсов, повышению качества услуг ЖКХ, выстраиванию эффективной и прозрачной работы местного самоуправления. Этому посвятили форум Общероссийского народного фронта «Форум действий регионы». Он прошел в Йошкар-Оле. К участию в форуме были приглашены свыше 400 человек. Гражданские активисты, федеральные и региональные эксперты, представители исполнительной власти, журналисты. Свой вопрос президенту задал и активист Ненецкого регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат Архангельского областного собрания депутатов Матвей Чупров. Он привлек внимание главы государства плакатом с надписью «Шкурный вопрос». В нашем регионе, ну регион площадь его порядка 170 тысяч квадратных километров, выпасается 160 тысяч голов оленей. Кочевой образ жизни ведут порядка 2,5 тысяч человек. Это люди, которые из поколения в поколение передают свой опыт и вместе со своими семьями кочуют по 100-километровым маршрутам. Продукция оленеводства – это мясо, шкуры и рога. С олениной, с мясом у нас все нормально. Наримарский мясокомбинат производит хорошую продукцию, которую знают, наверное, во всей России. Вот. А шкура, к сожалению, у нас в основном утилизируется и частично экспортируется, отправляется в Финляндию по 6 евро за штуку. Ну, где-то порядка 50 тысяч шкур в год производится, и только 8 тысяч идут на экспорт. Остальное все пропадает. Вопрос по глубокой переработке продукции оленеводства, он рассматривался на многих совещаниях уже не один десяток лет, наверное, с 90-х годов, но, к сожалению, дальше дело не идет. Только одни разговоры. И у нас такая просьба, чтобы вы дали какой-то толчок развитию этого вопроса. Для решения этого вопроса Владимир Путин пообещал дать поручение Министерству промышленности, отметив, что подобные мероприятия позволяют услышать проблемы регионов. Формат таких межрегиональных площадок показывает, безусловно, свою востребованность и эффективность. Мы с вами собираемся не просто поговорить, причем на такие как бы общие, хотя и важные темы, а ищем решения, обсуждаем эти вопросы. И если вы заметили, ну, наверное, не все получается, об этом еще скажем, но тем не менее на встречах подобного рода потом формируются позиции правительства и администрации президента, выносятся изменения в федеральное законодательство, принимаются подзаконные акты. То есть я хочу сказать, что инструменты подобного рода, прямой, по сути дела, демократии, они работают и работают весьма эффективно. Глава государства отметил, что в этом году аналогичные форумы пройдут также в Якутии и в Крыму.